Аттестованные инструкторы и спасатели учат уверенно и правильно оказывать первую помощь детям в различных экстренных ситуациях. Этому посвящен 4-часовой мастер-класс. Каждый случай рассматривают подробно. Отравление, утопление, инородное тело в дыхательных путях, остановка сердца. У нас практическое занятие. Вот семинары, они вообще очень низкую эффективность имеют, потому что не дают возможности отработать практические навыки. Но любые практические навыки, как правило, утрачиваются уже через полгода. Поэтому мы и говорим об этом на своих занятиях, и приглашаем людей через какое-то время заново прийти и вот эти навыки опять попытаться наработать, вспомнить алгоритмы оказания первой помощи. Занятия проводят на специальных тренажерах-манекенах, повторяющих анатомические особенности тела ребенка. Слушатели – молодые родители, учителя и воспитатели. Очень благодарны действительно родители за такие семинары, за такие знания. Вот. И мы на самом деле немножко расширяем даже программу. У нас сегодня есть представители нашего Одинцовского ГИБДД, которые тоже вот в течение 10 минут расскажут и напомнят, как правильно надо вести себя на дороге. На уроке каждый может попробовать себя в роли статиста или спасателя. Школа первой помощи детям в России первая и бесплатная. Единственное, что необходимо родителям, заранее зарегистрироваться. Инструкторы и спасатели Российского союза спасателей проводят обучение в Москве и Подмосковье. График расписан на полгода вперед. В Одинцовском округе специалисты выступили в Звенигороде, Кубинке и Одинцове. Но эта встреча точно не последняя. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».